где все расставлено по ступенькам, где все легко, где нет какого-то стресса. И вот эта вот сама природа, где вроде бы большой центр, в то же время налево посмотришь зелень на барашки вокруг. То есть вот для меня это было, конечно, и вода, везде вода. У родителей не было как такового выбора, наверное, когда я решила, что я хочу в Новую Зеландию. Конечно же, я изучала многие школы и сразу поняла, что эта школа совершенно другая, особенная. А расположение просто идеальное, здание необычное, учителя самые-самые, кураторы великолепные, атмосфера, студенты разные. То есть школа, располагающая не та, как куда ты себя заставляешь ходить, а та, к которой ты хочешь ходить. Его уроки проходили на одном дыхании. Если честно, хотелось этого урока как можно быстрее, было интересно. Вот он вел уроки так, что это вот как бы часть обыкновенной жизни, в которой ты учишься в окружении друзей. Ступень номер один – это школа, язык IELTS, который я сдала. А потом свои дипломы подала NZQA на местную квалификацию. Подключила договор с юристом и рекрутером, который бы находил мне работу. То есть я, в принципе, прошла все стадии для выполнения моей мечты и достижения моей цели. Четам-Айленд – уникальный остров. Омары – разновидные виды рыб. Наверное, это устрицы, пава, то есть это вот морепродукты туда, охота туда. Необыкновенная природа и растительность – это все туда. Когда я уже стала работать во главе, помогать руководить отелем, приехал breakfast show. Они приехали снимать Четам-Айленд, чтобы быть в прямом эфире для Новой Зеландии. Работаю я в гостиничном хозяйстве. Быть подробнее, это сеть Apartment Hotel Waldorf. Конкретнее я в Celestine Waldorf Apartments Hotel. Первую встречу мы назначили на Mission Bay. И, наверное, здесь, конечно, недопонимание немножко русского и английского. Я ему сказала, давай встретимся, не сказала, это все было в тексте, у фонтана. Там, кто был на Mission Bay, знает шикарные фонтаны. В то же время есть очень великолепное кафе, которое называется The Fontaine. Немножко другое произношение, немножко другое написание между фонтана и The Fontaine. Ну и что? Я сижу у фонтана, а он стоит у The Fontaine. После, наверное, 20 минут мы текстуем, а ты где? Он говорит, а я здесь. Я говорю, я тоже здесь. В общем, мы решили созвониться, но в итоге мы поняли, что мы ждем друг друга уже более получаса. Я у фонтана, а он у The Fontaine. Был свой период в моей жизни, где были омары, но не в них-то счастье.
Не в омарах счастье. Хочу просто сказать, что у меня не было бы этого дома, если бы не школа. Школа открыла дверь мне в этот мир, в эту Новую Зеландию. Это была моей самой первой и важной ступенью в Новую Зеландию.